типа, за столько-то сом там сделаю вот это, либо за этот подарок там вот это. Есть же вот эти, которые поднимают гири, все дела. Может, реально что-то спортивное сделать? У меня есть гантели. Ты думаешь, это просто так? Типа рекламирую у людей работу? Эскобар, я не знаю, кто это, что это. Привет. Все отлично получается. Чтобы кому-то где-то рекламу делать, они должны сами выходить на связь ко мне. То есть я им понравилась, они мне предложили. А так я как бы моделью и рекламодателем давно хочу быть. Но это не просто так. Типа, hello, я хочу вашу это прорекламировать. Они скажут, ты кто такая? Ты такая приятная, спасибо. Что чуть назад? Красивая внешность, спасибо. Меня приглашали много раз, то есть съемки там машин, быть лицом какой-нибудь компании, да? Но я в тот момент боялась и не соглашалась. Из Бишкека. О май гад. У меня сегодня животик, я накусалась, пипец просто. У меня тут третий месяц беременности. Хотите фокус-покус? Если я вот так сейчас повернусь, то здесь появится 50 человек минимум в эфире. О май гад. Какого еще голоса? Давай. А что за это? Давайте поспорим на 1000 сом. Но надо, чтобы как бы скинули, да? Если нет, то я обратно перекину тебе. Потому что я не верю, так ты можешь не скинуть. Ай, блин, тогда мне придется скинуть. Но я, в принципе, уверена, хотя. Но в то же время у меня нету бабла. Да тут уже набирается. Тут уже 22. Ты где, дома? Давай я могу с тобой живую поспорить. Живую? А при чем тут живая? О, уже 39! 40! Даже я не повернулась. Я даже не повернулась еще. А уже 40. 31. Ладно, подождите. Давайте я вот так буду крутиться. Подождите, а давайте все вместе поспорим. Я буду крутиться, но мы поспорим, что вы точно скинете мне сколько-то. Сколько скинете? О май гад.
Это что, типа... Подожди, если до 50, да, дойдет? Хотя тысячу мы вообще-то договаривались. Мне еще другие люди скинут или нет? Давайте поспорим. Короче, поднимите руки, кто скинет. Нет, пока что людей не особо есть. Что-то я ускорилась, да? Такая... 38, ну ёб твою дивизию. Сколько там? 37, да? Хорошо, а если я вот так постою? Вот так постою. Вот так постою. У меня живот больше, чем в жопу. Подожди, 42. 39? Нет. Ну что такое? Хорошо, кручусь. Ребята, вы должны следить, когда там 50 будет. О, май гад, что за видно. У меня голова кружится. Я сейчас в итоге, когда остановлюсь, мне будет очень плохо. Нет, люди только уходят. Ёб твою дивизию, ребята. Какой топик? Не буду одевать еще и топик. Я до этого вот так стояла, там, короче, мыло такая, хоп-хоп. Тогда люди просто заходили. Подождите, надо животик втянуть. Я как бабка. Нет, не просмотры, мы просто поспорили. И что-то нифига не получилось. Что надо сделать? Ну, мы там спорили просто на то, что если я жопой повернусь, то много людей зайдет. Ну, так не получилось. А в целом надо просто закидывать мне подарки, либо на мой номер М-банка вот сюда.